Всем привет! Это ЦСКА Баскет Шоу. У нас впервые студия с игры Евролиги. Лиги ВТБ, конечно же. Евролига закончилась, и закончилась она великолепной победой нашей команды. Кто чемпион? Мы чемпионы. Ну а у нас в студии, дамы и господа. Мы так давно не виделись с тобой. Да, действительно, мы с тобой не виделись. Михаил Кулагин, защитник, разыгрывающий московского ЦСКА. А сколько у Михаила тату? Постоянно тебе задают этот вопрос. У меня 5 татуировок. У меня 0. Скоро будет интересно. Больше. Если кому интересно, у меня 0. Ага. Не хочешь? Никогда не хотел. С тобой парную? Пол сердечка у тебя. Пол у меня. Итак, кто твой кумир? Твой кумир. Дмитрий Кулагин. Знаешь такого? Дмитрий Кулагин. Видел? Дмитрий Кулагин, подожди. Художник 19 века. Да, почти. Да. Он в Краснодаре играет. У нас Михаил Кулагин ушел, когда пришел другой человек. И это... Виктор Рыбин, Виктор Цой. Но не все Викторы талантливые люди. Витя Кейров, встречайте! Виктор Кейров, Макс Кислюк, наш ведущий, представил вас. Только когда сезон был up and down, я говорил, может быть, ты тоже говорил, да. Я говорил, что этот сезон должен стать для ЦСКА чемпионским, потому что обычно так и случается. Трудовой сезон и в конечном итоге логическое завершение, между прочим. У нас в студии... Анна Буркина, привет. Капитан группы поддержки ЦСКА. Аня, привет. Привет, привет. Голос восстановился уже. У Анны голос был прям сорван. У меня более-менее, да. Прям сорван, потому что я имел удовольствие общаться с ней на следующий день после финала. И это было вот так вот. Сколько девчонок в группе поддержки танцует в этом сезоне? А в этом сезоне 14 человек танцует. 14 девочек? Вот. Ну и я 15. Я за трибунами если танцую. Что, да. Ты, так сказать, на бэкап разыгрывающий. Да, да. А сколько танцев вы исполняете? Танцев за сезон у нас около 50 танцев. Вот, которые Большие девчонки, комбинации да. баскетболистов. Да. У нас есть включение Макса Дисюка из фойе, который покажет прямо сейчас, как там круто, какие активности есть для болельщиков. Баскетбол самый семейный вид спорта, на секундочку. Все эти люди стоят для того, чтобы сфотографироваться с главным трофеем этого года, который буквально несколько дней назад привезли сюда, к станции метро ЦСКА, войсками Александра Яковлевича Гомельского. Друзья, давайте пошумим, ведь мы чемпионы! ЦСКА на первом месте! Вы знаете, даже микрофон не нужно вам преподносить, вы так громко говорите. Тренер команды ЦСКА Антон Юдин. Привет, Антон, вечер. Спасибо большое, что пришел. Игроки ЦСКА спрашивают игрока, знаешь, нужно выиграть Лигу ВТБ? Ты еще рано почивать на лаврах. Я думаю, что любой игрок, который приходит в ЦСКА, он осознает, что ЦСКА только одна задача – быть первым во всех турнирах. Спасибо большое, Антон. Друзья мои, болеем за ЦСКА. Всем счастливо.